Доброе утро, уважаемые коллеги, спортсмены, друзья, товарищи. Я на первый вопрос. Нет, такой, давайте потише, потому что это плохая слышка. Мы начинаем общее собрание федерации. Вот обсудим некоторые вопросы. Скорее всего, здесь больше будет информации для вас. Год в Ниве, чуть больше. Год прошел очень тяжелый. К сожалению, многие не смогли прожить этот год. И с нами нет, я прошу простить память, молчание. Сложный год внес большие коррективы вообще в общественной жизни страны и мира, и в том числе спорта. Международные соревнования у нас в 2020 году отсутствовали. Вот, прошел чемпионат Европы, прошел в формате видеозаписи. Команда России, как и в прежние годы, проявила себя отлично. Команда мужчин заняла первое место, команда честно поздравляю. У нас два победителя, абсолютно победителя в группе 5-5-5. 2021 год поток идет такой же, как 20-й, сложный. Тем не менее, Международная Федерация поставила свой календарь на чемпионат Европы, планировала на Гавайи, в город Алкмар, с 15 по 23 октября. Но, опять же, это два дебюта написано, потому что границы закрыты, визы получить невозможно, пока не закрыты. Ждем изменения международной ситуации по коронавирусу. Тогда уже будут. Все будет в интернете, вся информация. Многие из вас находятся в группе в чате. Мастер для общения. Кто не был, прошу подключиться, потому что оперативная информация о новостях, как в стране, так и международные, скидывается туда. Ну, здесь как-то заболевшая команда будет сдача, вот там есть, не у всех есть WhatsApp. Но у кого есть, прошу подключаться, чтобы быть в курсе этих событий, то, что происходит. Вот. Накануне мы сейчас онлайн-чемпионат мира. Впервые он проходит в таком формате. Хотел бы, чтобы в последний раз он прошел ввиду того, что у них будет чемпионат мира. Организатором является Соединенные Штаты. Это соревнование проходит он как бы на местах. Но вот мы с Яном и нам всегда покупать будут старую пару. Мы представляем площадку, где каждый из них главного куша, который тут есть, это кто представляет. Сейчас внимание участникам онлайн-чемпионата мира, просьбе. Соревнования они проходят по другим правилам, по другим правникам. Обычный тяжелый правило больше сложно спаунить. Подъемы осуществляются раунд. Сначала выполняются первые подходы, потом выполняются вторые подходы, потом выполняются третьи подходы. Самой борьбы вы можете не увидеть. Все происходит вслепую. Вот вы видите соперника, вы не можете предсказать вес, когда начался раунд. К примеру, как это происходит? Начинает два спортсмена, вы и соперник 100 кг. Начали. Он поднял 100 кг, вы не можете предсказать на 101, потому что уже раунд начался. Раунд закончился, дайте 30 секунд и передаете. Каждый будет ожидать
последний момент, на 29-й секунде, на 28-й, заявляет следующий вес, пример 105, или 105. То есть вы ничего не можете сделать. Также третий раунд. То есть 30 секунд на перезарядку, вот вы пишете интуитивно какой вес, можете угадать, Такой момент, как бы, немножко интересный, но такие вот правила. Соревнования проходят очень быстро. Очень быстро проходят соревнования. Минимум в два раза быстрее, чем обычные соревнования. Ввиду того, что пауза на замену веса и вызова спортсменов минимальная, то есть замена веса вообще так нет паузы. Вот по практике Переста России, который проходил среди юношей, соревнования шести участников, раунд идет минуты 3. То есть, ну, обычно за 20 минут на человека, вот, 6 подходов, то есть, значит, 6 минут, вот, 10 раз быстрее. То есть, как это все выглядит? Вызывается спортсмен. Судьи видят этого спортсмена на большом экране. Спортсмен поднимает вес, команда крупнейшая, многие защитные. Спортсмен опустил, вызывается сразу следующий спортсмен. То есть вес не должен быть готов. Спортсмен обычно стоит уже в около помоста. Он не пойдет там через там долгое расстояние. То есть вызывается следующий спортсмен, этот помост вышел, поднял, опустил, уже вызывается следующий спортсмен. Вот так все происходит довольно-таки быстро. Вот к этому надо быть готовым. Если одновременно выступает 2-3-4 спортсмена на том помосте, то есть, если как через замки и можно что-то закрыть, лучше ставить несколько штангов. Вот, чтобы просто поменять штангу. Нет, конечно, штанга. Потому что время спускается, время прошло, подход не удачный. Карточку заполняете там? Дальше. Ответственность за поражение несет спортсмен. Если судья не увидел подъема, не увидел некачественный подъем, он не может дать команду получить, он не увидел это. Спортсмен не предоставил. Либо сбой с интернета, либо камера там не дала качественное поражение. Это никого не волнует. Спортсмен предоставил качественное поражение, где четко видно, что подъем сделан. Тогда ставит метку пути. Без взятки. По поводу награждения, скорее всего, будет медаль высылаться. Какое время они будут делать? Считается сложно. Ну, примерно так. Второй вопрос, который хотел бы обозначить еще раз. Тот вопрос, который мы обсуждали, это сертификат РУСАДА для спортсменов. Возрастная группа М30, М65, 2021 году. В этом году сейчас мы спрашиваем за проекты из возрастной группы, как усады. А здание хотим дополнить проект. Уважаемые коллеги, сейчас 20-е годы 21 века. Немножко жизнь меняется, спорт меняется. Если раньше достаточно было уметь мать штангу, то сейчас в специальном порядке нужно еще знать антидопинговые правила. Без их знаний далеко не уйдет. У большинства у вас складывается такое мнение и такое понимание. Я химию не ем, я за правила знаю. В 2021 году 11 пунктов нарушения антидопинговых правил. Что у вас покажется абсурдным, на одну ступень ставится, если ты анаболик, либо ты видел, как кто-то ест и не сообщил. Это правило, которое 21 года, то есть 20 января 21 года, включили новую правду. Недонесение информации о нарушении предыдущих правил. То есть их сейчас 11.
применение, хранение, распространение, уклонение, фальсификация, их добавили еще невнесение. То есть вы обязаны знать обязательное правило. Любое нарушение, это нарушение, которое несет с собой санкции в качестве фальсификации, либо там до уголовного преследования, до штрафов, до там, 80 тысяч рублей. Прошу вас все знать эти дочные правила. Хотели с ними познакомиться, чтобы я этого не знал. То есть незнание правил не освобождает от ответственности. Будущий год, 2022 год, мы вводим эти сертификаты для областных групп М70 и М75 дополнения. А с 2023 года все участники, то есть, должны видеть сертификаты. Они даются на один год. Почему они даются на один год? Потому что антидопинг правила меняются один раз в год. Не реже ни одного раза в год. Какие правила будут в 2022 году, нам еще неизвестно. Поэтому с ними надо ознакомиться на сайте РУСАДА. Есть обучение, есть тестирование, результаты экзамена, получение сертификата. Согласен, я скажу, что дело непростое, то есть с 2019 года обязательно на обучение проходить в спортивную школу, иметь на себе сертификаты, он был намного проще, в 20-м году сложнее, в 21-м году уже сложнее. Вот. Там нужно ответить на 80% вопросов, 24 вопроса, на 20 вопросов и не ответить на правильно. Вот. Сертификат ФТАР, я в Федеральной России, он немножко отличается и вопросами, и там некоторые вопросы специальные для вида спорта, а сертификат УСАД – это общее требование Министерства спорта Российской Федерации, чтобы все спортсмены, занимающиеся спортом, участвующие в соревнованиях, были оформлены обычно в виде сертификата. Ну, такие, как бы, реальности в нынешнее время. Вот. Это, ну, сложновато, я согласен. Первое время, потом уже намного проще. Ну, лишние знания не помешают. Это, я прошу, как бы, понимать, как бы, этот вопрос, это не наша прибыль, это, ну, весь мир к этому идет. Особенно Российская Федерация сейчас впереди планеты всей, потому что боль сил остается по этим вопросам. Вопросы у нас есть по этим двум вопросам. Сейчас я, да, у нас конфиры и как бы сразу. Да, вот. Это наши данные, где помогают. Я думаю, что такое есть, что такое есть, когда вникать. Вот, но наш менталитет выступает, что у нас вообще просто просить нет менталитет такой. Если в Германии, то тем точно соседи, мне будет хорошо. Ну, у них менталитет другой. И они навязывают нам свой менталитет. Я же не навязываю, что там встречают друг на друга. Но просто это надо знать. То, что будет ответственность за то, что ты знал, и не дай. Как я скажу, если он выглядит на практике, я не знаю. Ну, это надо доказать, что вы вещи должны быть открыты, не закрыты. Если вам только мышцы, то не закрыты. Есть такая вся клиника. Ну, знаете, что надо. Что имейте в виду, что лучше не слышать, если кто-то что-то так шуршал, чем вот эти, бегите оттуда. Надо, чтобы не видите, что малыш солдат. О, онлайн чемпионат мира, есть вопросы? Вот среди которых сразу есть вопросы? Нет. О, чемпионат мира, чемпионат Европы, который проходит в Голландии, пока как положение, они все равно нет, но есть в календаре, но положение по этим странам нет. Как появится информация, мы будем ее распространять максимально везде, и в соцсетях, и в чатах. На сайте нашего фестиваля. 5,5 часа.
Вопрос у нас следующий. Это расширение президиума, президиума на восток. Вот, для лучшей координации общения со спортсменами. Вот у нас предложение вложить президиум таким нам представителем, как Томск Александр Черков, чтобы он в Сибири имел официальный статус. Да, и Дальний Восток это статус Монолин. Был официально как член президиума за Приморский край, да. Он тоже сложный информативность, сложное общение. Вот это у нас как бы с будущего собрания. И также у нас чат президиум есть. Мы обсуждаем там конкретные вопросы, принятие там это собрание. Оно проходит просто как вообще один раз в год прошло, так два раза в год. Некоторые вопросы требует оперативного решения, поэтому президиум рассматривает вопрос, принимает решение. Проголосуем по этим вопросам. По кандидатуре Александра Черкова. Кто за то, чтобы принять этот президиум? Европа была, сейчас никто не посмотрел, не сказал.
устройство. Но не сложно. Бывает, что это сложно. Нет, никто не забывает, вот это сложный такой сложный для выступления, для перемещения. Когда это было в ноябре, очень сложный момент, как раз последний был технологической ситуации. Чемпионат мира, когда не будет, он будет дистанционно проходить вот, с понедельника. У нас заявка 22-21 от России. Вот один уже сразу отказался в Франции, находится вот здесь, в Соединенных Штатах, и как и выехать, и может быть. И принять участие, как не сможет. У нас 21 участие остался. Две женщины и 19 мужчин. 15 человек покупать на данном праве. Снимаем, что возможно предоставить для выступление было комфортное. Каждый
проходящий судья должен иметь там ПЦР-тест. И ну, мы это при этом понимаем, что там просто никто не согласует и могут создать проблемы, никто не хочет браться, потому что штрафуют, на этом зарабатывают деньги на этих штрафах. То есть это очень сложно, но хотелось бы. Поэтому рассматриваем такой вариант. Также предварительно у нас есть договоренность с Курском. Уже мы обсуждали, и они готовы принять Курскую в себя соревноваться. То есть это вариант номер два. И есть еще несколько вариантов, с которыми обращались люди. Это Ярославль. И также... Зачем Ярославль? Это директор. Вот, Ярославль и еще ряд регионов, которые тоже где-то рассматривают. Крым. Да, один из вариантов у нас Крым. Рассматривается. Там есть, с одной стороны, есть база хорошая. Советская база. Да. Хорошее местоположение, то есть хорошая помощь с помещением, но в Крыму есть ряд сложностей. Там некуда проводить. А вы понимаете, что и здесь, в Туле, и в Санкт-Петербурге, у них хорошие, сильные местные команды организаторов, которые берут на себя огромную работу. Пока по Крыму у нас, то есть желание есть там провести, но, наверное, мы будем это на следующий год рассматривать. А в этом году мы общались, мы хотели бы в конце августа там провести какой-то турнир, да, вот именно ветеранский. То есть как проходит чемпионат Урала, чемпионат Сибири, назовем его там чемпионат Юга, чемпионат Черного моря среди старших возрастных групп. И просто попробуем вот на этом маленьком турнире обкатать соревнования. Если все получится, если не будет сложностей, если удастся найти судьи, удастся найти ассистентов, то все будет хорошо, то мы уже на следующее лето, наконец, будем заранее планировать проведение этого через год. Ну а вот здесь просто ехать в Крым без моря, без моря, наверное, все правильно. Еще приехать в Крым. Еще раз. Нет, кубок сроки очень плавающие. То есть если это курс, то это скорее всего там, ну, понятно. Вот смотри, там, просто если будет чемпионат Европы, он будет с 15 по 24 октября, то, соответственно, ну, центр октября выпадает. И будет конец октября, начало тоже как бы. Ну, ноябрь получается поздновато. Ноябрь, допустим, сейчас Беляев там тоже как совпадает, там с 1-50 крот, и будет чемпионат. Две переступки по 15-18, 19-20. Вот. Это будет вторая половина октября, скорее всего. Ноябрь, вторая половина октября. Возможно, сентябрь. Возможно, сентябрь. То есть, пока, Да, золотые купола тоже. Да, приглашаю всех на золотые купола, город Владимир. Скорее всего, даты не поменяются. 16 сентября будет соревнование организованное под эгидой федерации. Приезжайте, будем рады. Красивые медали купили. Думаю, всем понравится. Спасибо. Передайте мои награды через кого-то.
Я понимаю, что есть очень много ситуаций, когда это нужно сделать. Там по состоянию здоровья, или, допустим, у человека какое-то там важное событие, там день рождения, юбилей, и можно пойти на встречу. Но хотелось бы все-таки личных дней героев, а то получается. И купить награждение потом, и просто если он приедет, купал, там он очень всегда приятно получать. Непосредственно героев. Чего, конечно. Сидел просто вместо давности. Нет, знаки готовы. Они не теряются. Хотелось бы просто традицию сопровождать их спортсменов. Почту. Передачу. Все, наверное, закончим. Спасибо, все, спасибо. 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 Спасибо.